Пошли работать. Из машины! Спецоперация сотрудников управления уголовного розыска и бойцов отряда специального назначения «Гром» главка по Ростовской области. Задержанные мужчины подозреваются в серии мошенничеств. Они рассылали владельцам банковских карт СМС, где сообщали о блокировке счета, затем выясняли у жертв пин-коды и снимали деньги. Жертвами злоумышленников стали жители города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Злоумышленники занимались обманом держателей банковских карт с сентября 2016 года. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба. В ходе обыска были обнаружены несколько ноутбуков, интернет-модемов, мобильные телефоны и 7 десятков сим-карт. Также в руки следователей попали кадры с камер видеонаблюдения на банкоматах. Сейчас в полиции изучают все факты произошедшего. Двое мужчин задержаны, третьего фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Следователи не исключают, что злоумышленники могут быть причастны и к другим подобным преступлениям.